Наводить порядок с саммитом ШОС и БРИКС в Челябинске уже начали. Местные власти объявили борьбу киоском с шаурмой. Город должны очистить от восточного фастфуда, который буквально оккупировал город. Зачастую работает нелегально, да еще и портит внешний вид улиц. Сносить киоски уже начали. Правда, сроки демонтажа мэра Евгения Тефтелева не устраивают. Он раскритиковал сегодня работу подчиненных. Сейчас с гостевых маршрутов и других улиц города еженедельно демонтируют от 7 до 14 нелегальных ларьков. Однако мэр заявляет, в 2019 году этих объемов будет недостаточно. Нужно усилить работу. Как вариант, учредить еще одно муниципальное предприятие, чтобы именно оно занялось очисткой города от ларьков шаурмой. При этом легальным предпринимателям закрывать точки не придется. Владельцам предложат просто перенести киоски на другое место. Есть варианты, когда можно с гостевого маршрута передвинуть этот киоск, чтобы он существовал, как-то его модернизировать, немножко подправить, незначительные затраты внести. Есть варианты, там, где невозможно его оставлять, значит, там будет иное решение какое-то будет. Однако начальник управления торговли Сергей Березуев заявляет, чтобы активизировать работу по сносу нелегальных киосков, создавать новые учреждения нет необходимости. Сейчас работа идет настолько интенсивно, что демонтированные ларьки уже некуда складировать. Слишком много желающих поставить на место освобожденное от ларьков. И хотя мы уже год не возвращаем, у нас там больше 100 уже ларьков стоят на базе. Сейчас решается вопрос, как их уничтожать, потому что уже складывать негде. Есть традиционно такие, скажем так, намоленные места. Вот, допустим, на этой неделе мы будем работать на Салавату Илаева 24. Там порядка 15 объектов. Мы там убирать будем уже в третий раз. Но мы сейчас усилимся. Может быть, штаты где-то наберем и... Все, у нас впереди ШОС, поэтому никто каких послаблений никому давать не будет. Гостевые маршруты, а их 27, чистят к 2020 году. Тогда Челябинск должен полностью преобразиться к международным мероприятиям, саммитам ШОС и БРИКС. И я напомню, что навести порядок на гостевых маршрутах потребовал губернатор Борис Дубровский. Поручил убрать нелегальные ларьки, киоски и торговые палатки. Остановочные комплексы привести в единый стиль. Параллельно главные улицы города избавят от кричащих вывесок магазинов и кафе. Таблички будут оформлены по единым правилам. Дизайн-код уже разработан.